Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердыбеку Сапарбаеву. Причиной стало назначение Сапарбаевым Кайрата Досаева на пост начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. Досаев был уволен в 2019 году с должности акима Тараза. Его отправили в отставку после инцидента с изнасилованием ученицы в уличном школьном туалете на территории школы. Нападение на 12-летнюю девочку вызвало резонанс. Были уволены директор школы, его заместитель, учитель и вахтер. По подозрению в изнасиловании семиклассницы был задержан и водворен в СИЗО 38-летний мужчина. В январе 2020 года его приговорили к 25 годам лишения свободы и химической кастрации. В сообщении пресс-секретаря президента говорится, что акиму Жамбылской области поручено в течение суток исправить допущенную кадровую ошибку.